Может, мне старика к ручью послать? А ну как поймает чего? Куда прешь? Что, неплохая работа моему Любушке подвернулась? Оно, конечно, не худшее. Слышала я, что от баронских людей можно немного харчей получить. Получить? Как это? Ну, знаешь, надо только... Великая Мелителле! И что? Много дают? Давай, плотва! Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Ты когда в последний раз ела? Неделю назад. Половинку жареной белки. А потом еще немного ягод. Хм.
Почему вы одни в такой глуши? Где ваши родители? А вот черные убили. Другие сами нас из дому выгнали. Больно много ртов кормить. Возьми-ка, поделись с остальными. Это нам? Правда? Вот спасибо. Вот вам тогда. За вашу доброту. Сидел дьявол на трубе, самогонку гнал себе. Выпил дьявол 2 литра, голова ух ты, болит с утра. У тебя глаза, как у моего котеночка. А я сегодня получил горбушку хлеба. Ты убьешь всех чудовищ? Всех! Теперь Игни. Thank you.
Но! Гнусный же ты. Спасибо, ведьмак. Заходи ко мне в кузню, в Еворник. Дам тебе кое-что в подарок. Спасибо, ведьмак. Заходи ко мне в кузню, в Еворник. Дам тебе кое-что в подарок. Thank you.
Не торопись. Но пошло. Там кого-то не добили. Сука, не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. Жрецы? Договорились мы, как обычно, только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент, а он на нас с косой. Это мы говорим про жреца вечного огня? Ну, конечно. Этот хер в свекольной рясе. Таким доверять нельзя. Заказывал фиштех первого сорта. Три раза все было в порядке. А на четвертый его люди кинулись на нас с ножами. Решили нас из дела убрать. Меня скинули в яму к трупам, чтобы гули довели дело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки и замести следы. Ведьмака? Тебя, значит? Ну и что же теперь? Ничего. Мне не платят за то, чтобы сжечь живых. Значит, правду говорят, мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Спасибо, ведьмак. Теперь Игни. Пока. Но.
Знаешь, ведьмак, про тебя всякое болтают. А я вот не забуду, что ты для нас сделал. Я предупредил. Хлопот ищешь? Они сами тебя найдут. Суэкс. А вы, ведьмак, нам должно быть с небес посланы. О! Эй! Батлы у тебя как творог белый. А я бы творогу поел. Ой, поел бы. Да хранят тебя боги. Отдохни. Thank you.
Шевелись, плотва. Спасибо за все. Давай, плотва. Ну, все, все, все. Жонка моя узнает, как мне рыл начистит. Что, у тебя совсем хер обмяк? Как жертву принесешь, так у нее настроение и поправится. Бывало, что в базарные дни сало на телегах горой лежало. Свинина копченая, солонина, колбаса кровяная. Оно ничему каже лудевое, и лопухи пучками. А торговаться будем до скончания жизни. А, мой защитник. И снова спасибо за помощь. Покажи, что у тебя есть на складе. Ты сумеешь сделать латы по чертежам мастера? Не, да никто здесь не сумеет. Ну, разве что... Как бишь его? Разве что кто? Был тут один такой. Фергус. Краснолюд. Поработал на меня недолго. А в учениках у него девица какая-то была. И что с ним случилось? Дело они свое хорошо знали, так что съехали во Вроницы. Барону и его людям все время кузнец нужен. У него без дела не останешься.
Будь здоров. Ну что, возьмешь что из готового или заказать хочешь? Что скажешь насчет партейки в гвинт? Thank you.
Но! Навались! Сдохнешь, бродяга! Давали.
Хлопот ищешь? Они сами тебя найдут. Тот ведьмак прожил. Я у себя в носу кое-что поинтереснее. Это не баронские люди, а дикая охота деревню сожгла. Живой души призраки не оставили. Богам не жалуюсь, а хлеба из каминов и она не напечет. Ой, да ладно. Хорошо, что в деревне снова есть ведьма. Да ведь это новая и не такая злая. За словом в карман не лезет, но если что нужно, так не откажет. Чарами не наешься, говорю я вам. Да и глаза у нее не косые, даже борода в хлебу. Да и волос у нее не седой, а значится и в голове ничего нет. А ты точно знаешь, если к ней не ходят. Так люди говорят. Я-то сама не любопытная, но если говорят, так слушаю. Кто пойдет прыгать по лужам? Надо бы его другой раз колдунью послать. Может, и от лени его вылечит. Здравствуй, матушка. И вы здравствуйте, сударь. Чего вам надо? У меня дело к вашей колдуне. Не знаешь, где ее найти? Я-то сама к ней не ходила. А мужика моего спросите. На той неделе так ему крестец прострелило. Он двинуться не мог. А от колдуньи вернулся здоровенький. Где его найти? Верно, на дворе сидит. Уж не болит ничего, а он все равно ленится. Набрал бы брусники, хоть бы детишки поживали. У Марьяны-то мужик умеет о семье позаботиться. Наловил водяных крыс. На много дней еды хватило. День добрый. Ты, говорят, знаешь, где искать местную колдунью. Это кто сказал? Жена твоя. Глупая бабища. Оставьте меня в покое. А бабу мою не слушайте, потому как заговаривается она. У нас давно ни колдуньи, ни знахарей, ни вещих бабок не осталось. Точно. И
подумай. Вы, значит, спрашивали, как к колдуньи пройти? За деревней найдете прудик, а от него тропинка отходит. Пойдете той тропинкой, пока не наткнетесь на одинокий камень. Обойдите его и сверните с тропинки в лес. А там ищите разбитую телегу. Спасибо. Только зла ей не причиняйте, сударь. Мы тут про таких, как вы, слыхали. То есть? Ну, про таких, что колдуньи жгут. Значит, и у вас охотники за колдуньями побывали? Нет, но слухи про них ходят. И как я вас, сударь, увидел с этими мечами, так сразу и подумал. Значит, правду говорят. Я ведьмак, а не охотник за колдуньями. Что? А это не то же? Нет. Ничего я вашей колдуньи не сделаю. Ну, вот и хорошо. Она недавно тут поселилась, но умная, аж страх. И собой не дурна, если кому худющая нравится. Спасибо за помощь. Будь здоров. Габриэль, защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Покажи товары. Будь здоров. Сударь, у нас кругом кошмары. Домовые... Покупайте, Габриэль! Thank you.
Как же это?